заседание завершено. Таганский суд Москвы приступает к слушаниям по делу Облязова о крупных хищениях бытовбанки. Милые бронятся, только тешатся. В Кызылорде женщину за попытку убийства бывшего мужа приговорили к 7 годам лишения свободы. Вы проверьте все мои телефонные разговоры и записи. Там не было намека на убийство. Поэт Великой Степи. Президент Токаев дал старт празднованию 175-летия Абая. На телеканале «Это Микен Бизнес» главные новости. В студии Галина Гаджук. Здравствуйте. Таганский суд Москвы 31 января приступает к слушаниям дела о крупных хищениях в бытовбанке. Досудебное расследование дела в отношении Мухтара Облязова в России завершено. Его обвиняют в хищении более 58 миллиардов рублей у подконтрольной организации. В минувшую пятницу суд не смог приступить к рассмотрению дела из-за неявки защитника предпринимателя. Следствие считает, что Облязов разработал в России несколько схем финансирования масштабных инвестиционных проектов, которые позволяли совершать систематические хищения денег в особо крупном размере. В деле около 400 томов. Московский суд будет вести процесс заочно. В Министерстве иностранных дел подтвердили информацию, что гражданка Казахстана, погибшая в Южной Корее, совершила суицид. Об этом сообщает пресс-служба МИДа. По их данным, тело девушки было найдено в квартире в городе Ансан. По неподтвержденной информации, погибшей было 29 лет. В Казахстане у нее остался 5-летний сын. По информации, поступившей из местной полиции, она была найдена повешенной в ванной комнате. В настоящее время ведутся следственные мероприятия и назначена судебно-медицинская экспертиза. Консульский отдел посольства Казахстана в Корее оказывает всю необходимую консульско-правовую помощь родственникам погибших. Этнических казахов, сбежавших из Китая, приговорили к 1 году лишения свободы. Сегодня в Зайсанском суде Восточно-Казахстанской области прошел суд по делу Мурагера Алимулы и Кастера Мусахана. Их признали виновными в незаконном пересечении государственной границы Казахстана. Отмечается, что подсудимых не будут выдворять из страны. Отбывать наказание они будут в колонии минимальной безопасности. Напомню, в октябре прошлого года мужчины обратились к властям Казахстана с просьбой предоставить им статус беженцев. Они заявили, что пересекли границу республики из-за притеснений мусульман в Синьцзяне. После их задержали и перевезли в город Зайсан, который находится на границе с Китаем. Потерпевшие, которые пострадали при массовом наезде в Алматы, просят не привлекать к ответственности виновных. Сегодня по данному делу прошел суд. На скамье подсудимых находятся родные братья Жандос и Динмухаммед Аликеевы. Они обвиняются в хулиганстве и покушении на убийство. По словам одного из пострадавших, подозреваемые принесли свои извинения и выплатили денежную компенсацию. Напомним, инцидент произошел в августе прошлого года на улице Гагарина. Между компаниями молодых людей произошла ссора. После конфликта два молодых человека совершили преднамеренный наезд на своих оппонентов. Мужчины получили переломы конечностей и черепно-мозговые травмы. А в Кызылорде женщина заказала бывшего мужа. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам приговорил подсудимую к 7 годам лишения свободы. Известно, что супруги прожили в браке 27 лет, имеют 4 совместных детей. Но несколько лет назад их брак распался. Обиженная супруга решила отомстить мужу и отвоевать все права на имущество, которые они в бракоразводном процессе не смогли поделить мирно. Экс-супруг – предприниматель, владеет пекарней, швейным и столярным цехами. Женщина решила убить отца своих детей, а все имущество прибрать к рукам. Его жизнь она оценила в 20 тысяч долларов. Осуществить свой замысел предложила знакомому, ранее судимому. Тот, в свою очередь, отправился в полицию. Женщину тут же задержали. Если бы у меня было 20 тысяч долларов, я бы лучше потратил эти деньги на лечение дочери. Вы проверьте все мои телефонные разговоры и записи. Там не было намека на убийство. Подсудимая признана виновной в совершении преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Суд вынес ей приговор в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Новым акимом Павлодарской области стал Абылкаир Скаков. Сегодня на внеочередной сессии Маслихата премьер-министр Аскар Мамин представил главу региона. Абылкаир Скаков в разные годы занимал руководящие должности в налоговой службе Казахстана. С апреля прошлого года возглавлял комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов. Отмечу, что прежний аким Павлодарской области Булат Бакауов освобожден от должности указом главы государства. Напомним, 17 января стало известно о том, что его арестовали на 2 месяца. Уголовное дело в отношении Булата Бакауова расследует Комитет национальной безопасности. Также нового акима сегодня представили и в Шымкенте. 38-летний Мурат Айтенов сменил на этой должности бывшего градоначальника Ерлана Айтаханова, который проработал всего 1.5 года. Между тем, информацию о задержании акима столичного района Байконур в антикоррупционной службе пока не подтверждают, но и не опровергают. Напомню, ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании акима района Байконур Аскара Есилова. В сообщении сказано, что чиновник подозревается в коррупции и якобы водворен в изолятор временного содержания. В Талдыкургане малообеспеченные граждане в надежде получить адресную социальную помощь выстраиваются в очереди даже ночью. Толпы людей в темное время суток собираются у здания местного центра занятости. Существует даже общий список очередности на руках у самых активных мам. А все потому, что в этом году для всех получателей АСП ужесточили требования. И срок приема документов уже близится к концу. Большая часть ранее получивших пособия теперь отсеется. Женщины жалуются, что в базе данных центра занятости есть сведения, которые якобы не соответствуют действительности. Я стою здесь 6 часов утра. Моя очередь 128-я. Чиновник мне заявляет, что на мое имя зарегистрировано 2 дома, поэтому не положено АСП. Если бы у меня было бы 2 дома, разве я тут стояла бы ради этих 10 тысяч тенге? И так каждый день ссылается на новые законы, находит причины, чтобы не принять мои документы. Работники центра занятости, в свою очередь, уверяют, что прием граждан осуществляется согласно нормативам. На каждого отводится по 25 минут. Документы будут приниматься до конца этого месяца. 5639. В прошлом году в городе Талдыкурган было 5339 семей, получавших АСП. На сегодняшний же день такое право подтвердили 500 семей. Еще около 1000 человек сдали документы, по ним пока идет проверка. Смотрите во второй части выпуска. Дорогие квадратные метры. По прогнозам экспертов, квартиры в новостройках могут подорожать на 20%. Не заинтересованы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что республика пока не будет вступать в ЕАЭС. Продолжаем. Атамекен Бизнес продолжает информировать о ключевых заявлениях Всемирного экономического форума, юбилейное заседание которого стартовало сегодня в швейцарском Давосе. Как мы сообщали в своих дневных выпусках, в этот раз одна из ключевых тем повестки – экология. Мария Лукпанова изучила тематические сессии Давоса, а также отчет, который публикуют накануне форума. Сейчас она на прямой связи со студией. Мариам, неужели долларовые миллиардеры обозначили вопрос окружающей среды проблемой номер один? Да, студия, как и говорилось ранее, глобальные архитекторы мироустройства действительно больше всего переживают за окружающую среду. Но давайте обо всем по порядку. Сначала предлагаю посмотреть приветственную речь основателя форума Клауса Шваба. Really still believing? Я горд видеть гостей, которые верят в силу действий. Это люди, готовые изменить мир к лучшему. Среди тех, кто готов менять мир, юная, но уже всемирно известная Грета Тунберг. Девушка в свойственной ей манере заявила, что прогресса в вопросе защиты климата нет, и попросила мировых лидеров прислушаться к науке. Почти ничего не было сделано за 1.5 года с тех пор, как я начала проводить свои акции в защиту климата. Выбросы CO2 в мире не сократились. Добиться их уменьшения – наша главная задача. Это только начало. Несмотря на возросшую популярность Тунберг в этой сфере, главным спикером Всемирного экономического форума стал президент США Дональд Трамп. Встав за стойку с микрофоном, эксцентричный политик не преминул похвастаться достижениями Америки.
Я горжусь тем, что США переживают экономический бум, подобно которому мир еще не видел. Америка процветает и побеждает как никогда. Нам удалось подписать на прошлой неделе торговые соглашения с Китаем и Мексикой с Канадой. Эти сделки являются моделью для 21 века. Что касается атмосферы форума, то в этом году гостей из 117 стран мира почуют яствами из углеродно-нейтральных продуктов, а встречают их на экологичном транспорте. Сокращено использование одноразового пластика и ограничено потребление энергии. Казахстан не остался в стороне. Нашу страну представит Минторговли в лице Бахыта Султанова и МФЦА в лице Кайрата Келимбетова. О том, что Казахстан не остается в стороне от экологической повестки, говорят эксперты. Предлагаю послушать. Тема Давосского форума, она является очень актуальной, и она на повестке дня независимого Казахстана. Очень активно обсуждается как в гражданском обществе, так и среди профессионального сообщества, предпринимательского сообщества. Ассоциация ЭкоЖЕР и Этвонетворк запускаем более масштабно республиканский проект, касается сортировки мусора. Это может быть банально звучит, но на самом деле мы по итогам 12 месяцев будем давать всем субъектам предпринимательства, которые будут подключаться к этой акции, отчет, сколько они сэкономили бумаги, какую пользу они принесли, допустим, экономический вклад в тем, что сортировали отдельно пластик от неперерабатываемого мусора. Основная программа форума стартует завтра. В течение недели участники намерены обсудить и ситуацию на финансовых рынках, а также последствия торговой войны Китая и США, которые все же смогли прийти к компромиссу и подписали первую фазу соглашения. Таковы промежуточные итоги юбилейной сессии ФЭФ. Основные новости будут ближе к пятнице. Студия. Спасибо, Мария. «Мы не будем членами этого союза», заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев, имея в виду возможное вступление страны в ряды ЕАЭС. Издание «Кун-Уз» сообщает, что президент Узбекистана выступил на первом заседании Сената Ули и Мажилиса, где и высказался по Евразийскому экономическому союзу. Разрешите высказать мнение об интеграции. Многие наши граждане работают в зарубежных странах, Казахстан и Россия. Мы не можем смотреть на это безразлично. Знаете одну вещь. Никто никогда никому не отдаст независимость. Независимость в руках президента, которому доверяет народ. Мы не будем членом этого союза. Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарид Мухаммедшин говорил, что вопрос о возможном получении Узбекистаном статуса наблюдателя в ЕАЭС может решиться в 2020 году. А некоторые казахстанские эксперты утверждали, что вступление Ташкента в ряды этого союза может значительно ослабить экономические позиции нашей страны, особенно в сфере сельского хозяйства. Одна из последних обсуждаемых тем – это экспорт узбекской пшеницы на внешние рынки, куда традиционно свою продукцию поставлял Казахстан. Напомню, сегодня членами ЕАЭС являются Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Казахстанцы не торопятся регистрировать автомобили с иностранными номерами, ввезенные на территорию республики с нарушением. Теперь в МВД намерены искать их через базу страховок. Об этом сегодня заявил первый замминистра ведомства. Запросить страховые данные у Нацбанка полиция сможет при фиксации нарушений на дороге через камеры Сергек. Однако устраивать рейды на дорогах в поисках автонарушителей и выдворять все иностранные авто из страны в МВД не собираются. Пока с водителями ведут разъяснительную работу и предлагают вместе с органами найти выход из ситуации. А именно, зарегистрировать автомобиль с иностранными номерами в Казахстане или же сдать в утиль, либо вывести из страны. Отметим, по данным погранслужбы КНБ, за последние 3 года в Казахстан ввезено порядка 200 тысяч автомобилей из Евразэс. Процедура регистрации таких авто в первую очередь исходит из соображений безопасности граждан и транспортной дисциплины. Дисциплины подчеркнули в МВД. В 2019 году количество нарушений ПДД иностранным транспортом, которые зафиксировали наши камеры видеонаблюдения, выросло в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом. С 27 тысяч до 93 тысяч правонарушений. Более того, гражданами Казахстана на иностранных автомашинах в прошлом году совершено порядка 1800 ДТП, в том числе 1400 ДТП с крупным материальным ущербом, 428 ДТП, в которых 132 человека погибли и 528 получили ранения.
Отметим, МВД проводит разъяснительную работу в связи с тем, что многие владельцы таких авто выражают возмущение и отказываются регистрировать транспорт. Говорят, что это бьет по их карману. Между тем, накануне в Комитете госдоходов пояснили, Армения и Кыргызстан сделали послабление только для своих граждан, а не для казахстанцев. Официальный представитель ведомства УЖАС ОТАР уточнил, что эксплуатация заграничного транспорта допускается в Казахстане только после постановки его на учет в течение 10 дней и, соответственно, после оплаты всех необходимых пошлин и налогов. ₸1,286,600,000,000 получат местные исполнительные органы в ближайшие 3 года. Об этом сегодня на площадке СЦК сообщил вице-министр нацэкономики Ермек Алпысов. Он напомнил, что с начала года в силу вступил закон, согласно которому поступления от корпоративного подоходного налога малого и среднего бизнеса теперь будут зачисляться в казну акиматов. Часть поступлений будет распределяться из областного в районный бюджет по решению областного маслихата. Отмечу, что ранее подобные платежи шли в республиканский бюджет. В республиканский бюджет будут зачисляться только поступления КПН от субъектов крупного предпринимательства. Перечень предприятий будет утверждаться совместным приказом Министерства национальной экономики и финансов каждые 3 года. Квартиры в новостройках Нур-Султана и Алматы могут подорожать на 20% уже в ближайшее время. Такой прогноз, отвечая на вопрос «Атамекен Бизнес», сделал председатель Союза строителей Талгат Ергалиев на отчетной встрече организации. По его мнению, скачок цен может произойти из-за внесения поправок в новый закон о жилищных отношениях, вступивших в силу 7 января текущего года. Согласно документу, нежилые помещения, в том числе и паркинги жилых комплексов, передают в собственность жильцов. Напомню, ранее парковочное помещение дома не входило в стоимость квадратного метра жилья. Теперь же, по подсчетам Ергалиева, жильцам придется переплачивать около 20%. По его словам, данное новшество негативно скажется не только на покупательской способности населения, но и на прибыли самих застройщиков. Это совершенно неверное решение передавать в сферу как бы общедомовых нужд. Она должна остаться у строителя, чтобы он мог часть расходов компенсировать, тем самым не поднимать стоимость строительства. Сегодня стоимость и так-то дорогая, не все могут приобрести. Около более 2 миллионов всего нуждающихся хотят приобрести, но они не могут. Из года в год это количество как бы так, не так сильно уменьшается. Более 2 миллионов кубометров снега вывезено из Нур-Султана с начала зимнего периода. Этот объем на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщают в столичном акимате, всего в уборке города задействованы 2000 человек и свыше 1500 единиц техники. Между тем, 2 из 4 полигонов, предназначенных для вывоза снега, уже переполнены. Интересно, но городские власти не комментируют, сколько было затрачено средств на чистку улиц от снега. По анализу прошлого года и этого года обращение специальной службы 109 было около 8 тысяч в прошлом году. В этом году оно возросло до 17,5 тысяч. Большие осадки, когда выпадают, мы работаем в трехсменном режиме, а в обычном режиме 2 смены работают. Основная вывозка снега у нас, большой упор делается, это ночное время, потому что меньше движений. Основное препятствие тоже параллельно создают нам автотранспортные средства, которые припаркованы вдоль дорог. В Шымкенте началось строительство нового завода по производству метилтретбутилового эфира. Благодаря этому сырью повышается качество бензина. Общая потребность казахстанского рынка в этом продукте – 80 тысяч тонн в год. На сегодня в стране производится только 1/4 метилтретбутилового эфира. Когда Казахстан перестанет импортировать важное сырье из-за рубежа, расскажем в сюжете. В специальной экономической зоне Онтустек города Шымкент скоро появится новый завод по производству метилтретбутилового эфира. Главными потребителями МТБЭ являются нефтеперерабатывающие заводы, так как использование таких экологически чистых присадок позволяет им удовлетворить современные требования к качеству моторных топлив. Мощность нового предприятия составит 57 тысяч тонн сырья в год. На весь объем, которого с Шымкентской нефтеперерабатывающим заводом у нас заключен долгосрочный офтейк-контракт на 10 лет.
и весь объем производимого МТБЕ приобретает ПКОП, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод. Строительство нового завода финансируется за счет собственных средств Шымкентской химической компании и займа от Банка развития Казахстана. Это стоимость проекта составляет 13,7 миллиардов тенге, из которых 9 миллиардов тенге предоставляется Банком развития Казахстана под 9,5% годовых в тенге на срок 10 лет. Собственное участие – это 4,7 миллиарда тенге, которые компания обеспечивает за счет собственных средств. Строительство завода обещают закончить уже в этом году. После ввода в эксплуатацию на предприятии будет создано более 150 новых рабочих мест. Мироэр Жакианова, Марат Бейсов, Атамекен Бизнес. События в мире. Новым лидером террористической организации «Даиш» стал Амир Мухаммед Абдулрахман Аль-Мавли Аль-Сальби. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей британских спецслужб. Он считается одним из основателей террористической группировки. По национальности туркмен, что является редкостью для руководителей «Даиш», в большинстве которых были представители арабских народностей. Он был назначен лидером через пару часов после смерти его предшественника Абу Бакра Аль-Багдади в октябре. Сальби считается одним из самых влиятельных идеологов группировки. Он родился в туркменской семье в Ираке в городе Таль-Афар. Сальби выносил религиозные постановления, послужившие основанием для геноцида против езидов. Перед смертью в Багдади США обещали награду за ликвидацию Сальби в размере 5 миллионов долларов. Бывшего руководителя Интерпола Мэна Хунвэя приговорили к 13,5 годам лишения свободы. Его также оштрафовали на 290 тысяч долларов. Такой приговор вынес суд в китайском городе Тяньцзинь. Как сообщает Рейтер, Хунвэй обвиняется в получении взяток, когда он занимал высокопоставленные должности до работы в Интерполе. Отмечу, что главой международной организации он проработал 2 года. Напомню, Мэн Хунвэй исчез в сентябре 2018-го, когда он возвращался в Китай из Франции. Позже его жена публично заявила о пропаже супруга. Спустя некоторое время китайские власти сообщили, что Мэн задержан по подозрению в коррупции. И к событиям в нашей стране. Сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев дал старт празднованию 175-летия Абая. Торжественная церемония состоялась в столичном театре оперы и балета с участием высоких гостей. Официальное открытие празднования юбилея Абая означает, что после него мероприятия стартуют и в других городах республики. О красочном начале и не менее интересном продолжении для казахстанцев в течение всего года расскажет наша коллега Жанна Алпызбаева. Сегодня мы вновь услышали бессмертные стихи Абая со сцены столичного театра оперы и балета. Их исполнили как звезды казахстанской эстрады, так и дети. Это говорит о том, что напутствия поэта передаются из поколения в поколение. Так будет продолжаться и дальше, потому что его слова назидания актуальны и по сей день. Да, более сердечный Абай и Шакарим. Конечно, были возмущены той ментальностью казахской, которая была тогда-то. Это, наверное, леность. Это во-первых. Во-вторых, это такая черта, как зависть. Вот. Это черта такая, которая межклановая борьба, межродовая. Потому что они говорили, что нужно все это преодолеть. Среди высоких гостей в зале президент Касым-Жомарт Токаев, реализовавший идею празднования 175-летия писателя, и Ельбасы, рядом вся дипломатическая элита. Наблюдали за спектаклем и писатели, ученые, студенты. Можно было встретить потомков Абая. Ляйля Баймагамбетова – правнучка старшего сына Кунанбаева. По ее словам, сегодня в его роду из прямых потомков только один правнук. Наш президент Касым-Жомарт Кемелюлы провозгласил это годом Абая. Мы, как потомки, очень к этому рады. Абай, он не только Абай для казахского народа, он Абай всего человечества.
С этого дня празднование юбилея Абая стартует по всей стране. Будут открыты памятники, объявлены республиканские конкурсы на знание творчества поэта. А школьники со всех регионов смогут посетить с экскурсиями родину философа. Кстати, Семею присвоен особый статус. Ранее депутаты Мажилиса просили дать городу уровень республиканского значения. Однако в правительстве ответили, Семей станет историческим наследием. Юбилеи проходят, уходят и проходят. Вопрос в том, чтобы качество жизни людей только развивалось по нарастающей. В ответе, который мы вчера получили из правительства, я могу сказать, что на многие поставленные нами вопросы даны достаточно аргументированные ответы с цифрами, с выкладками. Меня, например, они удовлетворяют о том, что будут создаваться новые рабочие места, о том, что у молодежи будут выстроены социальные лифты, о том, что для учреждений образования, здравоохранения будет выделяться перечеркнуло внимание о том, что бюджет города кратно сейчас будет возрастать. Также казахстанцам в этом году подарят 3 документально-художественных фильма о жизни Абая Кунанбаева. Его сочинения переведут на 10 иностранных языков. В целом на празднование 175-летия выделено 3 миллиарда тенге. И это не единственные культурные мероприятия на этот год. Еще казахстанцы смогут принять участие в 1150-летии Аль-Фараби, 750-летии Золотой Орды и 600-летии Орахта Батыра и 185-летии Шокана Уәлиханова. Жанна Алпызбаева, Виктор Джигерис, Атамикен, Бизнес. История знает немало значимых режиссеров, но именно Федерико Феллини изменил видение кино как в Италии, так и во всем мире. Он до конца жизни называл себя неореалистом, а кинокритики – самым неклассическим режиссером из классиков мирового кино. 100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого итальянского режиссера Федерико Феллини. В Алматы эту дату отметили в названном в честь киносценариста ресторане показом фильмов. Наш корреспондент Амина Абдрахманова тоже окунулась в атмосферу классического кино. Реальность – это фантазия. Может быть, фантазия – это реальность. На протяжении всего творческого пути Федерико Феллини искал ответы на эти вопросы. Его авторские ориентиры, манера и способ подачи выразились в особом стиле, который кинокритики назовут фантореализм. 8,5, «Амаркорд», «Сладкая жизнь» и другие фильмы принесут Феллини 5 премий «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Именно Феллини для многих профессионалов своего дела, я уже не говорю про зрителя. Для зрителя это определенно некое имя и фамилия, которое же, наверное, обожествлено. Но даже для режиссеров, для профессиональных режиссеров современности, это некий отец, некий учитель, некий наставник. К этой знаменательной дате в ресторане Феллини показали фильм великого режиссера. Гости мероприятия смотрели картину «Ля Дольче Вита» в специальных наушниках, которые помогли окунуться им в 50-е годы прошлого столетия. Впрочем, обстановка в ресторане к этому располагала. Во-первых, мы находимся на территории кинопарка. Это кинотеатр. И здесь люди занимаются кино. И Феллини имеет непосредственное отношение к кинематографу мировому. Это имя мировой значимости. Это всемирно известный кинорежиссер итальянский, который, кстати, мы сегодня отмечаем его столетие. Кстати, ресторан «Феллини» – единственный в Казахстане, где есть настоящие фотографии со съемочных площадок с участием великого режиссера. В ресторане «Феллини» ценят кино и изысканную кухню, празднуя такие важные даты и погружая в атмосферу искусства. Амина Абдрахманова, Даурен Хаджибаев. Главные новости. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на Атамикен Бизнес. Следите за новостями на наших официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube и на официальном сайте inbusiness.kz. До встречи в эфире.